böyle bir başıma koyup gidemezsin. Sensiz yapamayacağımı bile bile yapmazsın. Bunu bana biliyorum. Korkma, bırakmam seni. Çünkü seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bizim için dayan. Biz söz verdik birbirimize. Gel bulacak beni. O artık ölmeli. Gitmene izin vermeyeceğim. Nabız alamıyorum hocam. Hastayı kaybediyoruz. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Умрет ли баран? Не оставит ли Бэрон Дилана в покое, как обещал? Что планирует госпожа Хаджер на случай, если баран будет спасен? Выяснится ли, что именно Тарик послал барана против Нихата? Что будут делать Дилан, господин Кудрет и госпожа Азади? Сильно ли на него повлияет расстрел Чинара Барана? Что он будет делать, когда узнает, что Акиф Баран застрелен? Что будет с Берфином и Акифом? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Баран не погиб и узнали, что это планировали госпожа Тарык и Хаджер, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь. Баран видит, как Нихат нацелен на Дилана и Чинара, и в него стреляют в результате его попытки спасти их. В результате выстрелов Барана его немедленно доставят в больницу благодаря Дилану. Он не оставит Барана одного до приезда скорой помощи и постарается сохранить его трезвым. Даже в этот момент Бэрон постарается подбодрить Дилан, сказав, что очень любит ее и никогда не оставит одну. Тем временем Чинар из машины будет наблюдать за ними и очень грустить. Барана срочно доставили в больницу, ему предстоит операция в тяжелом состоянии. Дилан Бэрон будет опустошен после того, как его поймают. Он будет до безумия напуган, если с Бараном что-нибудь случится. Как только господин Кудрет получит эту новость, он и госпожа Азади приедут в больницу вместе с Диланом. Сердце Барана остановится после очень сложной операции, но врачам удастся вернуть его к жизни. Бэрон продолжит сопротивляться и бороться, чтобы сдержать свое обещание, данное Дилану. Ему придется перенести операцию и некоторое время находиться в больнице, но избежать смертельной опасности ему не удастся. Поскольку госпожа Хаджер не отказывается от своей обиды, и ее сердце никоим образом не смягчается, оно как будто превратилось в камень. Он скажет Тарику, что Баран должен умереть сейчас, и попросит его убить его, пока он лежит в постели больного с новым планом. Когда Баран каким-то образом преодолеет все это и покинет больницу, он будет выяснять, почему Нихат напала на него. Однако из-за враждебности между ними он не сможет установить связь с Тариком из этой ситуации. На данный момент Тарик будет избавлен от гнева Барана. Однако он узнает, что Нихат и Тарик время от времени встречаются и начинают расследование. Когда господин Кудрет и госпожа Азади со страхом придут в больницу, они будут рядом с Диланом и попытаются поддержать его. Обнаружив Дилана в плачевном состоянии, господин Кудрет и госпожа Азади задаются вопросом, как его утешить. Господин Кудрет молится Богу, чтобы ему больше не пришлось испытывать боль ребенка. Они будут молиться за Барана и просить о его скорейшем выздоровлении. Чинар, естественно, будет очень впечатлен, когда все события будут перед ним. Когда Баран говорит своему отцу Тарику, что очень любит своего дядю и боится его потерять, он постарается не показать этого Чинару, хотя Тарику это не нравится. И он навестит Барана и скажет, что хочет убедиться, что с ним все в порядке, и попросит отца отвезти его в больницу. С другой стороны, хотя в глазах Барана Чинара он уже герой, он превратится в еще более сильного героя, и его восхищение удвоится. Пока Берфин находится в доме Акифа, им позвонят и узнают, что в Барана застрелили. Они внезапно в панике выйдут из дома и пойдут в больницу вместе с Берфином. Хотя Акиф и Берфин очень боятся за Барана, они будут рядом, чтобы поддержать Дилана. Конечно, Акиф не будет сидеть сложа руки и начнет расследование, чтобы выяснить, почему Нихат решился на такое. Тем временем он приблизится к Берфину, и их разговоры станут глубже.
Берфин начнет преодолевать влияние инцидента на нее своей любовью к Акифу. Помимо того, что Айхан Ханым знает имя Берфина как Айши, других проблем у них, похоже, пока нет. Несмотря на то, что они не называют его точного имени, Берфин и Акиф начнут флиртовать по телефону и под разными предлогами. Итак, как вы думаете, госпожа Хаджер заметит притяжение между Берфином и Акифом? Когда Чинар захочет увидеть Барана в больнице, позволит ли это Тарик? Что произойдет, если Хаджер Ханем и Тарик Баран не смогут покинуть больницу? Сможет ли Бэрон быстро восстановиться? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.